если есть возможность, надо перевести в какую-то престижную гимназию. Ему удалось это сделать, он окончил, поступил в университет. Но университет не окончил. Отец умирает, платить за учебу было некому. И он 10 лет работает домашним учителем в богатой семье в городе Истанбул, это был Чернобыльск. За это время написал теорию происхождения Солнечной системы из первичных реальностей. Защитил, получил допуск. Самый большой орган в стране для самых маленьких в городе. Мировая классика в соборе с богатой историей для школьников города и области. Попробуй.